В Заволжье на Филатова 9 кровельные работы подходят к своему завершению. Старшая по дому Валентина Федотова отметила, что ремонта добивались с 2011 года, но сейчас все жители довольны новой крышей. Ход выполнения работ постоянно контролировался старшей по дому и инженером по качеству. Мы контролировали их постоянно, мастер постоянно, потом ЖКХ приезжали, всю дорогу мы их контролировали. Постоянно. Жители очень долго, 9 этажи, у нас очень была проблемная крыша. Очень много мы на нее тратили денег. Филатова 9 – большой многоквартирный дом. Общая площадь кровельного покрытия составляет более 3000 квадратных метров. Кровля постелена, яндова сделаны, примыкание от работ. Остались работы по прижимным планкам. Укладка материала производилась по новой технологии, которая предотвращает затопление квартир верхних этажей. Раньше технология ремонт кровли была такая. Старый кровельный материал вскрывался, убирался. Есть минусы в этом, то есть большое потопление, риск жителей верхних этажей. То есть от этого ушли. С помощью инфракрасных обогревателей кровля спекается, превращается в монолитный участок и после этого закрывается в два слоя. Работы на объекте продолжаются на протяжении полугода и выполнены на 99%. На них из городского бюджета было выделено порядка 8 миллионов рублей. В целом по Ульяновску на капитальный ремонт по решению судебных инстанций в 2022 году выделено 160 миллионов рублей. На эти средства 53 многоквартирных дома будут отремонтированы. Кирилл Савосин, Артем Гуранов, УПРАВДА ТВ.